мои тюльпаны. Девочки, мальчики, всем привет. Приехали из деревни, здесь уже отцвёл тюльпан. Помните, они здесь были плохие. А смотрите, какие красивые, шикарные. Прям шикарные, как огонь. Как будто, знаете, пламя. А здесь вот внизу маленький еще растет. Вон какой, смотрите. Знаете, прям такие шикарные. Здесь такой большой. Вон какой. Вот здесь он уже опадает. А там, смотрите, какая мелочь красивая. Слушайте, прям в этом на картинках. А здесь, смотрите, какой просто уже один тоже отцвел уже, смотрите, какой цвет. Но здесь я, видимо, помните, сажала белые и красные. А здесь еще только будут распускаться. А здесь вот уже распустились и все уже ушли. Вот еще один остался бутончик. У меня вот герань распускается уже. Смотрите, что мы приехали с деревни. У меня тут цветов куча. Классно. Смотрите, какой распустился. Просто шикардосный. Знаете, какие уже тоже отцветают. Надо их отрезать. Белые. Здесь надо все разбирать. Все завтра буду делать. Белые, смотрите, которые я покупала. А здесь я сеяла семена. Помните, мы в деревню ездили. Я их оставила дома. И приехала. Они такие длиннючие были. Я вчера насыпала земли, муж бедным, и они вот такие стали. Мы в деревню ездили, я вам показывала обзор деревни. Агио Власис называется, кажется, смотрите. Вот, смотрите, как. Вот такие вот дела. И здесь тоже начал расти. Не засох, видимо, дают цветочки уже, видите. Помните, я вам говорила, один был с корешком, а другой без корешка. И дают цветочек уже. Классно. Эти тоже вначале начали сохнуть, а сейчас два штуки. И здесь тоже. Помните, мне говорят, девочки говорят, надо сажать их в маленькие вазончики. Смотрите, уже цветочки дают. Помните, я высаживала с двумя корешками, аж из земли выходит. Уже тоже жить хочет. И цветочки, да, листочки дает. Моя геранька. Ёжики мои морские. Смотрите, какие красивые. Называются как. Вот. Я потом все здесь завтра разбирать буду. И все вам покажу. О, лилия вышла. Смотрите, вот она. Лилия, я даже не думала, что она выйдет. Вот такая вот лилия, цвет вот такой розовый. Смотрите. И мои нарциссы, видите, вышли. А там цветет, там растет этот самый, нитинглазка. Ну, все, значит, это мы с деревни приехали. Мне вот такие сюрпризы мои цветы сделали. А это вообще тюльпаны шикарные. Смотрите, какие. Смотрите. Так что сажайте цветы в вазоны. Просто тюльпанчики сажайте в вазоны. Это очень классно. Я просто была в деревне и не видела, как он начал распускаться. Вот тут вазон мелких тюльпанчиков. Я потом, они цветут. У меня старые носки были. Я приготовила их. И выкопаю их. И все туда буду складывать по разным, разные вазоны. Я название не буду писать, но они будут по разным носочкам. И разные луковички будут. Здесь я посеяла, у меня выходит в тюльпане, видите, выходит, это выходит цветок какой-то, не помню, как называется. Этикетка опять улетела, видимо, ветер был, дожди были. Мы были в деревне, 3 дня дожди лили. И
Вон, видите, в тарелочках вода собирается. Ну вот эти тюльпанчики, давайте покажу. Вот видите, прям аж одинаковые. Вот. Одинаковые, что на тюльпанчике, что на этикетке, что здесь. Прям тюльпанчик в тюльпанчик. Было 15 луковичек. Так что, девчонки, у кого таких тюльпанов нет, пишите. Как только можно будет вам выслать, я вышлю. Вообще тюльпаны, это вообще, по-моему, такой кайф вот эти тюльпанчики. Листики к иголочке, маленькие такие, длинненькие, вообще обалденные. Смотрите, любоваться не налюбоваться, а эти как огонь, как будто свеча такая, знаете, длинные такие, тоже красивые. Вот тот самый первый тюльпан меня радовал тоже, помните, были классные. Вот такие вот дела. Так что здесь тоже уже отцвел. Вот, алис он цветет, прям тоже прям беленький, такой классненький. Ладно. Вот этот вазон, что только не сажала, ничего не растет в нем. Почему ничего не растет, не знаю, что надо делать с ним. Пересажу что-нибудь, что не жрет ни жуки, ничего. Даже традисканция там не прирастается в этом вазоне. А рядом вазон, видите, как растет, такой же вазон растет алисум, как там растет классно. Шикарно просто. Лук шикарнейший. Лук скоро будем кушать. Вот такие вот дела. Ну, тюльпаны не оторвать глаз. Просто не оторвать глаз.